Всем привет! С вами снова я, Лис. Сегодня мы продолжаем играть в Undertale. Мы остановились на том, что мы упали в водопад мусора, и мы сейчас пойдем на самое жесткое. А, сейчас же будет один босс батл перед битвой с Undyne. Вот и он. Ха-ха-ха! Для тебя так типично убегать! Я призрак, живущий внутри манекена! Мой родственник тоже жил внутри манекена, пока не пришел ты! Когда ты заговорил с ним, он думал, что это будет приятный разговор, но то, что ты сказал, ужасно, шокирующе, невероятно! Это выпрыгнуло их из манекена! Человек, я выпрыгну твою душу из твоего тела! Это офигенный босс. Безумный манекен переждает вам дорогу. Блин, упади вниз. Вы пустоголовые! Смотрите, куда стреляете моим своей магической атакой. Эй, ты, забудь все, что я тебе сказал о магии. Кстати, в битве с манекеном играет музыка из Blood Battle с Ностаблуком, это меня очень прикол. Но не совсем такой же, немного измененный. Что? Да я считаю, это месть. Я считаю, это месть за моего кузена. Ёпта, мать, что с ним не так? Как там его зовут? Он даже не знает, как зовут его кузена. А такой, типа, это месть! Империя наносит ответный удар. Плевать, плевать, плевать! Хила, хила, хила! Я тупнул опять. Попаду. На! Чё? Эй, ребята! Чучело, чучело, чучело! Помните, как я говорил вам не стрелять в меня? Что ж, отбросы, вы уволены! Вот всех заменят! Теперь ты узришь мою истинную мощь! Полагайся на верных, на проверенных людей! Сейчас будет механический... Робоманекены! Магический залп! И на тебе в лицо обратно. Робоманекены! Еще раз! На, в лицо. Вы ужасны! Ну, почему он спрашивает, кстати, это странно, типа он спрашивает, вы ужасны? Почему ужасны, что ли? На тебе в лицо. Финальная атака! Забыл об этой атаке. На тебе в лицо все. Невозможно. Эти ребята даже хуже, чем те. Плевать, плевать, плевать! Мне не нужны друзья. У меня есть ножи. Я кончусь ножи. Но это не имеет значения. Ты не можешь ранить меня, и я не могу ранить тебя. Ты будешь сражаться со мной вечность. Вечность, вечность, вечность! А, кислотный дождь! О, забудь! С меня хватит! Пока! Кислотный дождь. О, навсаблучишка! Прости, я прервал вас, не так ли? Только я прилетел, твой друг тут же ушел.
О, нет, вы вроде как веселились. А, нет. Я просто хотел поздороваться. О, нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, заходи как-нибудь, если хочешь. Ну, я не настаиваю, но я пойму, если ты занят. Все в порядке. Не волнуйся. Просто захотел предположить. Ой, предложить. Кстати, рядом с домом на пустоблоке живет Андайн. Эй, мой дом здесь. На случай, если ты хочешь взглянуть, или на случай, если не хочешь. Мы уже играем больше часа, кстати, в эту игру. Это вот здесь вот. О, кстати, нет, не здесь. Это маленькая птичка хочет принести вас. Я этого не делал, когда проходил в прошлый раз. Это так эпично. Тан-та-дам. Тан-тан-та-дам. Чего? Чего? А, он на воде встал. Ну, почти. А, я вернулся, получается, сейчас. Каев же, каев! Спасибо, аптечка. Видимо, я ей нравлюсь. Очень нравлюсь. Ну, вот здесь живет Андайн. Да. Что, что, что? Такова жизнь. Не похоже на то, чтобы кто-то был дома. Кстати, прикольно, типа, наполовину также видно этот дом, типа, остальная половина черная. Прикол в том, что с той половины, где вот у нее как раз этот дом черная, там у нее нету глаза. Это прикольно. Ну. Ох, ты правда пришел? Прости, я не ожидал этого. Тут пустовато, но чувствую себя как дома. Это мой телевизор. Там крутят шоу, что я смотрю временами. О, ты голоден. Могу достать тебе что-нибудь поесть. Это призрачный бутерброд. Хочешь его попробовать? Ох, забудь об этом. После хорошего обеда я люблю лежать на полу и чувствовать себя мусором. Это семейная традиция. Хочешь присоединиться ко мне? Хорошо, следуй моим указаниям. Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько сможешь не двигаться. Ну, подвигаешься только, если захочешь встать, я полагаю. О, Каев. Что же, это было здорово. Благодарю тебя. Не хочу, чтобы так вот заканчивалось. Вот где. Был как втор как ключ от второго дома получить.
Сьюзи. Соседское благословение. С этими ребятами не так. Его тут нету сегодня. Ну, типа, он еще не появился, парень-то этот. Ну, ему, собственно, нет чего появляться пока что. Ну что ж, собственно, мы сейчас будем страдать скоро. Совсем скоро мы будем страдать. Сначала мы здесь должны будем пройти. Здесь, по сути, можно было пройти вот без этого, вот, всего, что я сейчас делаю, но... Просто так быстрее. Я не хочу сейчас там оббегать все это 30 раз. Опа. Вот, смотрите, я как говорил, типа... будет так еще много раз. Нет! Мускулы не мило! Я даже не согласится. Нет! Это прикольный момент, типа... Я тоже не согласится. Ну так просто быстрее. И больше денег. Это только ради денег. Я забыл, не в ту сторону пошел. Глупый-глупый Денис. Глупый-глупый Денис. Мое уважение. Я забыл. Это будет необычный мне жал. Ай, мое лицо. Это я, мое. Чего? Чего сейчас было? Вы использовали остатки от пса. Мы перестали их использовать. Чувство тревоги наполняет эту комнату. Да, нормально. Я просто еще их ни разу не использовал. Ну ладно, зато место освободили. Возможно, они как-то могли, можно было бы использовать, например, на пса на пса побольше. На таких псов-то и не будет больше по сюжету, по сути. Блин, я не хочу обратно идти к нему. Я забыл. Кстати, у него вроде можно купить. Купить. Морской чай. Слишком загружен. Я потом к нему приду. Когда мне уже отель откроется, чтобы к нему прийти потом. За плюхами. Это было прикольно, если бы здесь был какой-то тоже бы секретный проход, было бы интересно. А я что будет, если другие сосед? Что за змейка? Что за змейка? Привет, Эмми. Слышь, я тебя тут... Слышь, ты чё с моей змейкой тут подраешь? Вообще ноль монет за то, что без напряжения проходить. Нормально. Чисто с целый ноль монет. Нифига вот так. Надо вспомнить, куда нужно идти сейчас. Мы, возможно, будем страдать. Скорее всего, мы будем страдать. Я же Денис, собственно. Денис без страдания, как... Не знаю. Ай. Это был сильный удар. По моей самооценке! Полетели дальше. Очень странное существо, если честно. Оно меня пугает. Внешне.
Жесткий парень. Жесткий, жесткий. Сейчас опять Тэмми появится. Когда мы будем там уже идти. Меня это бесит. Тэмми, брось! Ну что, Тэмми, выходи. Погуляем. Где Тэмми? Тэмми! Курлык, курлык. Ты где? Мое уважение. А я думал, мы сейчас будут эти бицепсы летать. Вот, сейчас 60 монет, есть деньги. Подгончик. Но сюда смысла не было идти. Сейчас ради лампы, наверное, сейчас, ну, чтобы свет получить. Собственно, сейчас я буду страдать. Это меня пугает. Если обратно пойду, нет, ничего не будет. Было бы прикольно, если бы что-нибудь произошло, если бы я обратно пошел. Да... Добрейший вечерочек. 7 человеческих душ. Сила 7 человеческих душ, наш король. Король Асгорд Дримур станет богом. С этой силой Асгорд наконец-то сможет разрушить барьер. Он наконец заберет поверхность у людей и отплатит им за боль и страдания, что мы пережили. Понимаешь, человек, даю тебе шанс на искупление. Отдай свою душу, или я вырву ее из твоего тела. Давай шучу, ручка. Андайн, я могу тебе сражаться? Йоу, ты сделал это? Андайн прямо перед тобой. Ты прямо в первом ряду на ее битве. Погодите. С кем она сражается? А-а-а! Тьма, я уже летела. Ты же не расскажешь моим родителям об этом, да? Как прятаться в этих кустах? Там даже нет пространства. Без особо столько можно, ну, этих с этими цветками можно в диалог устроить, но там особо там ничего. Типа узнаешь там о том, что монстры они там мечтают о звезды увидеть там хоть раз. Йоу! Я знаю, я не должен быть здесь, но я хочу спросить тебя кое-что. Чувак, я никогда не спрашивал когда-либо об этом. Йоу, ты человек, да? Чувак, я знал это. В смысле, я знаю это сейчас, я имею в виду... Андайн сказал мне, держись подальше этого человека, так что, полагаю, это делает нас врагами или типа того, но я, кажется, типа, привык к тебе. Йо, скажи что-нибудь обидное, чтобы я мог тебя ненавидеть. Пожалуйста. И что? То есть я должен это сделать? Была не была. Йо, я тебя ненавижу. Чувак, я такой придурок. Я, пожалуй, пойду. Йо, постой, помоги, я споткнулся. Йоу, чувак, если ты хочешь навредить моему другу, тебе сначала придется пойти через меня, нигер. Вот так вот. Вот так мы разбираемся в нашем районе. Она ушла. Йоу, ты и правда спас мою шкуру, полагаю, быть врагами было бы удачной мыслью. Но кажется, вместо этого нам лучше стать друзьями. Чувак, мне и правда нужно домой. Ставлю на то, что мои родители сильно беспокоятся обо мне. Удачи, братан. До встречи, чувак. И встретимся мы когда-нибудь еще. Сейчас мы будем страдать. Вот сейчас.
7. 7 людских душ, и король Асгор станет богом. 6. Столько мы уже собрали. Понимаешь? С помощью твоей 7-й последней души этот мир преобразуется. Однако сначала, в дань уважения тем, кто дал нам возможность зайти так далеко, я должна рассказать тебе трагическую историю нашего народа. Все это началось давно. Нет. Знаешь, к черту все! И почему я должна рассказать тебе эту историю, когда ты собираешься умереть? Ха-ха! Ты стоишь на пути всеобщих надежд и мечтаний, и из-за исторических уникальностей я уже подумал, что люди не крутые. С этим их громадными роботами, с этими воительницами, но ты просто трус. Прячешься за тем малышом, чтобы убежать от меня снова. И мне будем называть об этом нытики с двумя лапами. Йоу, я так много делаю, обнимаюсь этих незнакомцев. Знаешь, что было более ценным для всех? Если бы ты был мертв. Так что так-то, человек, твое существование — преступление. Твоя жизнь — это все, что стоит между нами и нашей свободой. Сейчас я чувствую, как все сердца бьются одновременно. Каждый из них ждал этого момента всю свою жизнь, но мы совсем не нервничаем. Если соединить силу всех сердец, проиграть нельзя. Итак, человек, покончим с этим прямо здесь и сейчас. Я покажу тебе, насколько монстры могут быть решительны. Шагни вперед, когда ты будешь готов. Ну что, ребят, сейчас мы будем потеть очень сильно и страдать заодно. Потому что Андай довольно сильно противник. Вот так, больше не убегай, я иду! Неплохо тогда, что насчет этого? Но понимаете, что этот разогрев у нас просто учит пока? Много лет мы мечтали о счастливой концовке. Я иду по пути пацифиста. Счастливая концовка скоро будет, ну, через пару часов. Наконец, солнечный свет оказался в пределах нашей досягаемости. Я не позволю тебе отнять его у нас. Давай уже, ну дай. Хватит разогреваться! Спасибо. Добрейший вечерочек. Мне это было поважнее. Понимаешь ли? Ну, Андайн. Зачем я тебе так нужен? Ты не убежишь от меня в этот раз. А вроде говоря, я делаю тебе... Ни один человек не сможет добраться до Асгора. Убить тебя сейчас — это акт милосердия. Я потерялся. Так что, хватит быть таким чертовски живучим. Спасибо. Добрейший вечерочек. Я почти дошел до Жаркоземья. Ты убежал от меня в последний раз. Ты заговорила мне решительности людей. Я забыл об этом. Потому что эти желтые, они телепортируются. Ладно, я уберу свою камеру для себя, чтобы я не отвлекался особо. Но я тоже решительно. Я решительно положу этому конец прямо сейчас! На всякий случай. Прямо сейчас! Сейчас будет тот момент, когда... Сейчас, скорее всего, будет тот момент, когда я буду очень сильно страдать. Прямо сейчас! Следующий начал. Сейчас, что ли? Сдохни уже! Ты мелкое отродье, да. О чем я и говорил! На пофиг, ладно.
Привет, чем занимаешься? Я просто думал, ты... Я и Андай должны как-нибудь вместе потусить, я думаю, вы стали бы лучшими друзьями. Давай, встретимся у нее дома позже. Нет, жарко-земья! Не добежал. Хватит тупикать от меня! Моё уважение. Такая горячая, но я не могу сдаться. ПБГГ. Ну стоять, нигер. Порежу. Сан, кстати, там был, типа, он исчез. Простите, отходил. Вот это, кстати, тоже странное существо. Он из водопадья пришел, чтобы утолить жажду здесь. Ой. Вот эти ребятки. Ла-ла-ла-ла-ла. Остерегайся того, кто говорит руками. Это, кстати, про Гастера вроде бы. Я понимаю. У меня просто шрифт есть, и у него там в шрифте бывает иногда символ рука такой. У Гастера есть свой шрифт. И Гастер — это один из самых загадочных персонажей Undertale. Ого! А вот и человек! Ты готов позависать за Андаем? У меня есть план, как сделать с вас друзьями. Позависаем. Хорошо, держись позади меня. Пс. А, обязательно, да и это. Она их хватает. А, привет, Папирус. Готов к своей приватной тренировке один на один? Еще как готов, я привел друга. Привет, не думаю, что мы... Почему бы вам дом не войти? Вот, Андайн, мой друг сделал подарок для тебя своими руками. Спасибо. Я положу его к остальным. Итак, мы готовы начинать? Опаньки, я только вспомнил. Мне нужно сходить в туалет. А вы давай развлекайтесь. Чё? А зачем ты сюда пришел? Чтобы ткнуть своей победой мне в лицо? Чтобы дальше меня унижать? Это так? Тогда почему ты здесь? Погоди, я поняла. Ты думаешь, что я стану дружить с тобой, да? Верно? Правда, как очаровательно, согласна. Давай все будем кувыркаться в полях дружбы. Нет. С чего бы мне вообще дружить с тобой? Если бы ты не был моим гостем, я бы избил тебя прямо сейчас. Ты враг всех наших надежд и мечтаний. Я никогда не стану твоим другом. А теперь провали из моего дома. Чат, какой позор. Мне казалось, вы с Андайн можете подружиться, но я думаю, что переоценил ее. Такой вызов не для нее. Вызов? Что? Папирус, погоди секунду. Черт. Он думает, что я не смогу дружить с тобой. Ху-ху, вот это шутка. Я могу быть другом с таким придурком, как ты, в любой день. Я покажу ему. Слушай, человек. Мы не просто будем друзьями, мы будем... лучшими друзьями. Я заставлю тебя любить меня так сильно, что ты не будешь думать о больше ни о ком. Ху-ху-ху, это идеальная месть. Почему бы тебе не повесить? Удобно. Я достану себе что-нибудь попить. Какой-то дилдомеч лежит. Все здесь. Чего ты желаешь? What the fuck?
Эй! Не вставай! Ты гость, сядь, наслаждайся этим! А чего бы тебе просто не показать там то, что ты хочешь? Ты можешь использовать копье. Светло-желтая яичница, горячий шоколад. Чай — абсолютно правильный выбор. Ты что, заигрываешь со мной? Я хочу лимонад. О, газировка! Хоть ты указал на нее, но ты не выглядишь очень счастливым. Это нормально, я думаю, что газировка противная. От нее гниют зубы, от нее гниет разум, от нее гниет выбитый дух. А? Да что такое лицо? А, ты хочешь горячего шоколада? Подожди, подожди, я только вспомнил. Этот контейнер пустой. Я перестал напомнить его, потому что это было Мароккой, а Осгор, он вроде постоянно стримал зефир. Там зефир, что ли? Жуткий зеленый цилиндр. Он синий. Чай? Ха, скоро будет. Где папирус? Буду закипеть вот всего через минуту. Хорошо, теперь все готово. Прости, что отходил опять. 30 лет, как всегда. Как чай будет на... Вот так вот. Он... Чай стоит? Это же обычная вода. Осторожно, он горячий. Он не настолько горячий. Просто выпей его уже. Вкусно, так ведь? Все лучше для моего абсолютно драгоценного друга. Эй, а знаешь... Чай золотого цветка — это любимый чай из гор, хотя, если подумать, в каком-то роде ты напоминаешь мне о нем. Вы оба такие придурки. Отчасти... Ты знаешь, я была вполне вспыльчивым ребенком. Когда-то, чтобы доказать свою силу, я попыталась сразить Асгора. Акцент на «пыталась». Я даже удар нанести не смогла. И что еще хуже, все это время он не сопротивлялся. Я была так унижена. После этого он извинился и сказал кое-что дурацкое. «Прошу прощения, ты хочешь знать, как победить меня?» Я сказала «да». И с тех пор он тренировал меня. В один день, во время тренировки, я наконец смогла сбить его с ног. Я чувствовала себя хреново, но он весь сиял. Никогда не видела, чтобы кто-то гордился тем, что ему надрали задницу. Но, короче, он продолжал тренировать меня. И теперь я глава королевской стражи. Поэтому именно я учу всяких чайников драться, как папирус. Все, но, если честно, не знаю, смогу ли я сделать папируса частью королевской стражи. Не говори ему, что я так сказала. Он просто, ну... Ну, в смысле, он не такой уж и слабый. Вообще-то он офигительно сильный. Просто он слишком невинный и хороший. Ну, просто глянь, он должен был взять тебя в плен, а вместо этого в итоге он с тобой подружился. Я бы никогда не отправила его сражаться. Его разорвут на маленькие улыбающиеся кусочки. Это часть причины. Почему я начала учить его готовить, понимаешь? Так что, может, он сможет заняться чем-нибудь другим. Оу, извини. Я говорила так много. У тебя кончился чай, не так ли? Я сделаю еще. Даже не отпил. Не допил. Не выпил. Секундочку. Папирус. Его рук кулинари. Он должен был быть здесь прямо сейчас! И если его нет здесь, значит, тебе придется отдуваться за него. Дэм! Верно! Ничто так не сближает меня и папируса, как готовка. Это означает, что если я дам тебе урок, мы станем настолько близки, что ты не сможешь себе даже представить. Ху-ху-ху, страшно. Мы станем лучшими друзьями. Давай начнем с соуса. Представь, что это для овощи и твои заклятые враги. Сейчас выбей из них дурь своими кулаками.
О боже, прекрати гладить врага! Покажу тебе, как это делается. Мы просто наскребем его в миску попозже. Но сейчас... мы добавим лапши. Домашняя лапша самая лучшая. Я просто покупаю магазинную. Так дешевле всего. Мы просто положи ее в кастрюлю. Выбросать. Да, мне так это нравится. Отлично, настало время перемешать пасту. Главное правило, чем больше мешаешь, тем лучше. Готов? Давай начнем. Сильнее! 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 Ох, дай сюда. Вот это я понимаю. Заключительный этап. Проситель вас опять отошел. 30 раз уже отхожу за видосик, просто... мне подогнали подгончик. Я такой... ну, чаёк же. Можно же чаёк купить. Вкусно. Тем более, у меня уже рот пересох от того, что я все говорю уже час напролёт, наверное, 2 часа уже. Отлично! Теперь заключительный этап. Прибавь жару! Пусть это символизирует твою страсть. Пусть твои надежды и мечты превратятся в пламенный огонь. Готов? Не держи ничего в себе. Горячее! Горячее, черт возьми! Горячее! Подожди, это слишком. Что-то я переборщил, кажется. Мы сожгли хату. Ох, чувак, неудивительно, что папирус отстойно готовит. Что дальше? Скраббукинг, браслеты дружбы. Кого я обманываю? Я правда все испортил, не так ли? Я не могу заставить тебя любить меня, человек. Некоторым просто не дано ладить друг с другом. Я пойму, если ты такого же мнения обо мне. Если мы не можем стать друзьями, все в порядке. Потому что, если мы не друзья, значит я могу уничтожить тебя без всякого сожаления. Я была повержена. Мой дом разрушен. Я даже не могла подружиться. Вот и все. Мне все равно, что ты еще мой гость. Последняя битва, которая решит все. Только так я смогу восстановить свою честь. Ну давай, бей меня всем, чем сможешь. Чё? И это все, на что ты сможешь? Даже атакую в полную силу. Ты просто не можешь надраться решимости и ранить меня, да? А, знаешь что? Я правда не хочу драться с тобой больше. Поначалу я ненавидел твою тупую слащавость, но то, как ты меня сейчас ударил, это напомнило мне кое-кого, с кем я тренировалась. Теперь я знаю, ты не просто бесхребетный лузер. Ты бесхребетный лузер с большим сердцем! Совсем как он. Послушай, человек, похоже, что вам со Сгором суждено сразиться, но, зная его, он, наверное, не захочет. Поговори с ним. Я уверен, ты сможешь убедить его отпустить тебя домой. Когда-нибудь какой-нибудь плохой человек упадет сюда, и я заберу его душу взамен. Вот и все, верно? Ах, но если ты навредишь Асгору, я возьму человеческие души, перейду барьер и выбью из тебя всю дурь, мазафака. Для этого, друзья, и нужны так. А теперь сваливаем к чертям из этого пожарища. Вы же дом плачет. Что ж, было весело, да? Надо будет попустить вместе как-нибудь еще раз. Но, наверное, в другом месте. В ближайшее время, я думаю, я буду тусить с папирусом. Если я понадоблюсь, приезжай в Снежград. Окей. Ой, если понадобится помощь, просто позвони папирусу, ага. Раз уж мы в одном и том же месте, я тоже смогу поговорить. Что ж, увидимся, малой. Здесь живет только огонь. Дом плачет. Он плачет. Рыдает. А, зашибенный чай. Пора заканчивать, да? На этом, ребятки, закончим. Сегодня мы сожгли замечательный дом. И я думаю, это достижение, которое заслуживает лайка. Если
вы думаете, что заслуживает, то поставьте лайк. Также подпишитесь на канал, если вам нравится мой контент. Если вы с ним не знакомы, то загляните ко мне на канал. Вам обязательно что-нибудь да понравится из того, что я делаю. И возможно подписаться. Также, ребят, в описании вы сможете найти DeviantArt, мой фигбук. Там вы сможете, опять хочу сказать, умеете. Там вы сможете найти мое творчество, не связанное уже с Ютубом. А также в описании можете найти группу моих друзей и мою группу. В моей группе куча интерактива, и, ну, я очень часто делаю посты, связанные с подписчиками. И новостные посты тоже делаю. То есть полезно там посидеть, узнать. Там же, кстати, в группе вы сможете узнать расписание видео и тоже все это узнать. И в группе выкладываются видео, и когда они достигают качества HD. Ну, иногда я забываю, так что это обидно иногда. На этом я закончу. Всем удачи! Всем пока!